Уверенности этому парню не занимать. Победа будет за Трампом. Сам республиканец себе и предсказывает успех на выборах. Он так развлекает публику во время турне по Флориде. Несмотря на то, что глава штаба республиканцев заявляет, отстают они на предварительном голосовании почти на 12% от демократов. Но, тем не менее, Трамп уверен, что эта победа даже лучше, чем могли они ожидать. Трамп называет такой результат феноменальным успехом и не устает повторять. Ведь все истории про сексуальные домогательства – это подстроенная инсинуация конкурентов. Вот интересно, что в момент выступления за спиной стоят девушки, и в руках они держат таблички с надписью «Женщины за Трампа». Ну и, конечно, не обошлось без главной темы, а Хиллари Клинтон, неутомимый республиканец, не может забыть ни на минуту. Don't believe the media, but even the media is giving pretty good numbers, they can't help it. But the numbers are even better than what they're saying. So get out, we'll get rid of crooked Hillary once and for all, and that'll be that.